відведення підрозділів, це народ тут верещить по вулицях, відкриття дороги на Маріуполь. Так я вам доповідаю, що в Широкіному визначена мною і стояла, і стоїть передова позиція. Це підрозділ, який не допускає безперешкодного, непомітного проникнення противника до переднього краю. Передній край проходить по східній околиці Бердянського і йде на північ. Це передній край першого оборонного рубежу, який зайнятий військами. Передній край зайнятий, тильна смуга оборони зайнята військами, і ніхто не збирається ні з ким домовлятися і відкривати дорогу на Маріуполь. Позиція для нас не нова, во-первых. Все знакомое. Воюем с самого начала. Ничего нового тут не увидели. Как бы новых впечатлений и ощущений нет. Возле Широкина, ну пару дней. За эти пару дней уже успели принять бой? Да. Как это происходило, расскажите. Но только начинает темнеть, подходят мелкие группы. Со стрелкотни работают. Как бы... Вы как ответ даете? Ну, конечно, даем. А как же? А звідки по вас стреляют? Отовсюду. Ну вот в саме Широкино заходят боевики? Ну, конечно. Ну, как это происходит, расскажите? Ну, я же не знаю, как это происходит. Нет, ну, группы там, по сколько человек хотя бы? Куда они заходят? По пару человек, да? Куда заходят, не знаю. Заходят, и это факт. Каждый вечер? Вот уже два дня, и два дня вот это происходит. Ну, я же вам только что об этом сказал. А волонтеры рассказывали, что у вас есть проблемы с техническим оснащением, не хватает тепловизоров, что-то такое, это правда? Да. Да, вы можете, кстати, обозначить, что... Ну, как бы сейчас все есть непосредственно, потому что подоставали, ребята помогли опять же с батальонов. Но как бы присутствует. Чего вы нуждаетесь? Да. Ну, я вам это скажу потом. Скажите, пожалуйста, вот объясните, непонятно, насколько на этой территории может быть опасно и откуда, откуда может вести огонь враг? Хотя бы с какой стороны? Ну, это вопрос такой. Я вам так скажу, вот есть даже много случаев, люди прошли по две войны, да, и потом переходит дорогу, его сбивает машина. Как бы откуда будут стрелять, когда будут стрелять и как будут стрелять, как бы этого не знает никто. У нас есть больше задачи идти вперед. Угу. Будет время, все успокоится, мы начнем вроде разминирование, завалы все снимать, смотреть, что где. Из опыта мы замечаем, что здесь нет времени не пить, здесь ешь, от, даже просто поесть что-то уже так, от случая, тем более выпить. Пьют, может, от бездействия, где нет боевых действий, не стреляют. Нам некогда, допустим, даже поесть. И дисциплина запрещает употреблять алкогольные напитки. То есть у нас сухой закон, скажем, у всех. Он касается всех. Закончится война, это другое дело. Кто-то говорит, что у нас чего-то не хватает, это, скажем так, мозгов не хватает. У тех, кто говорит, и говорят те, кто ничего не знает. Понятно. Скажите, а у вас на вооружении сейчас стрелецкая сброя, гранатометы, да? Новейшие образцы, причем закупленные государством. Государство обвиняет в чем-то, но я не вижу пока причин обвинять, потому что государство обновило оружие, обновило, причем попало на копеечку хорошую. Это с приходом сюда или раньше? Ну, скажем так, ранее. Ранее. То есть по началу войны правительство переоценило свои позиции. И сделал упор на, скажем так, профессионализм. Не на количество, там чем больше, тем лучше, с гальшапками, а на профессионализм. Ми стали нібито непотрібними, так? Коли терористи звідти вийшли, активні бойові дії припинилися, нас звідти забрали. Тобто ми розцінюємо це так, що коли владі вигідно, щоб
там стояли люди, коли зайнятуть бої, коли треба ризикувати своїм життям і здоров'ям, хай там стоять добровольці, коли там все стає більш-менш тихо, хай добровольці відходять в тил і сидять там. А от стосовно демілітаризації, це реально чи це чутки? Це може бути? Я думаю, що це може бути. Звичайно, влада заявляє, що цього не може бути. Проте, як ми знаємо, влада заявляла, що не буде здано Донецький аеропорт, що не буде здано Дебальцеве і так далі. Ну, там, два тижні тому президент заявляв, що він не виведе добровольці Широкіно. Через тиждень сказав, що їх виведе. Тобто, на жаль, вірити в те, що говорять, не доводиться. Для нас было бы, например, намного лучше, чтобы морпехи стояли вместе с нашими батальонами, потому что они знают все позиции, они знают там каждый кустик, они знают все окопы, это они все делали, все это рыли. Ну, есть распоряжение, мы обсуждать и нарушать его не имеем, но у нас есть очень большой вопрос, на который нам никто не дает ответ, это вопрос демилитаризации Широкино. То есть вразумительного ответа мы на этот вопрос до сих пор не можем получить. А кто вам волонтеры заняли? Ну, надо мир, надо, чтобы люди возвращались. У меня брат в Широкино, ему тоже дом разбили. Вот у мужа сестры тоже здесь дом разбили. И с той стороны кругом есть повреждения. Конечно, нужен мир. Конечно, надо, чтобы люди возвращались. Вот нам свет сейчас делают. Мы уже вот месяц, 26 июля, мы сидим без света. Угу. Вот здесь мы без света, без воды, без ничего. Ну сейчас восстанавливает? Что-нибудь делать? Вот первый день только приехали.